Ой, девчонки, пришла из магазина. В общем, на улице у нас 14 градусов. Ну, как бы не холодно вроде, ну и как бы так. Дед у меня купил, ой, мед липовый. Мед липовый, 700 рублей, вот ведерочка литровая. Он берет разного на зиму. Купил сестре, тоже понес. Так. Ну, я купила яйца. У нас там есть такой магазин «Солнышко». Ну, и смотрите, что мы принесли. Все в смятку. Потому что набрали, я сейчас посчитала, на 2800 с чем-то. Купила говядины небольшие, два кусочка. Курицу. У меня у Миши завтра, он с девочкой, как встречаются полгода. Ну, и он меня попросил сделать ему салат, сделать ему цыпленка табака. И, значит, в общем, приготовить. Там бутербродики, сливки взбитые будут. Тортик, он сказал, сам купит. Но если ничего не найдет, то, говорит, постряпаешь мне такой же. Вот как сегодня я делала. От тортика ничего не осталось. Сейчас покажу. Сейчас буду разбирать здесь, хоть пожарить или омлет сделать. Так, где у нас тортик? Купила четвертинку арбуза. Вот что у нас от тортика осталось. Конечно, очень вкусный. Угу. И забрала, сходила свое лекарство. О, я покажу. Нынче выдали сразу на 3 месяца. Одно выдали раньше, а за этим надо было сегодня вот. Катерина у меня в магните оставила зонтик позавчера. Вчера звонит. Вспомнила только. Зашла в магнит. Ну, никто ничего не передавал. Вот. Значит, так. Что я еще купила? Давайте я вам чеки покажу. В общем, у меня здесь... Это даже не все чеки еще. Магнит я творог купила со сметаной 5-литровой. И сливки. Сливки 33%, 225 рублей по акции. Не подумала снять, девчонки, это самое? Вот. Вот сметанка, творожок и сливочки. Дальше. Это в магните. 494 рубля. Пенсионная у меня скидка 25 рублей. Дальше, значит, говядина. Говядина у меня вышла. Говядина грудинка, уголок. Кило 396 по 585 на 816,66. Ой, ну что-то захотелось. Так, это что у меня? Это старый гастроном. Камбалы купила я, убрала в морозилку тоже. Две рыбки нам с дедушкой. Арбуз. Тушка цыпленка. Глазовская. У меня курица ему была куплена. Но девочки искала для цыпленка табака же надо маленькую. А у меня это кило 500 с чем-то. Конечно, ее труднее прожарить. И я взяла глазовскую. Там у меня кило 204 грамма. О, вот это у меня еще оттаивает, большая-то. Ну, это нам с дедушкой. Вот она, большущая, конечно. Кило... Кило 597. Она у меня была в морозилке. Вот. А это глазовскую я взяла. Им как раз... Кариной хватит. Вот такая вот маленькая. Так что я буду готовить.
Я вам покажу. Дальше, значит, купила пакет молока в Солнышке, банку фасоли красной, буду салат делать, ветчину взяла. В общем, неохота. До хрена, короче, взяла. Все по списку, хлеб тостовый. Достала миксер, чтобы не забыть с собой на дачу взять, сливки взбить. А то можно и забыть. Вот. Потом, значит, что взяла? Хлеб тостовый, вот курицу, сливки, яйцо, фасоль, ветчина, молоко. Ну, вот сметану с творогом, говядину. Короче, вот что брала по списку еще это. Яйца, короче, ну, хоть на салат целых выбрать. На салат хоть выбрать. Торт сказал, сам купит, и букет цветов сам купит. Вот такой вот у меня жених. Я говорю, ну ладно. Так, это я сейчас уберу, девочки, и покажу, что я в Валбересе выписала. Так, ой. Я выписывала чистящие средства. Ну, хочу попробовать. Мне посоветовали. Я вроде говорила в одном видео, что азелит, что ли, какой-то. Это не реклама, нет, я выписала, мне посоветовали. У меня кастрюли все старые, все ничего не чистятся. И мне посоветовали. Ну, и я вот его выписала. Так называется азелит. Девочки, пишите, напишите мне, кто пользовался, нет. Сегодня мне, конечно, наверное, некуда будет. Я не буду его тогда пока открывать. Запакован хорошо. Ладно, открою, что мне его. Азелит. Чистящие средства. Земли. Видите, как хорошо упакован? Такой. Такой прямо плотненько. Чистящее средство азелит для деликатных поверхностей. Для деликатных. И вот в таком еще это мешочке. Так. Вот такая вот. Подходит для деликатных. Органичная серия. Активная пена от жира. Бережно очищает. Цветная пена. Короче, вот так вот это выглядит. Потом почитаю. И брызгалка вот эту вот туда надо будет. Вот такая вот штучка. Найдочка ходила. Ну, Саша, я говорила, мед понес сестре. Прогулялись, вон, пришли. Так, ну, это я все убираю. Ну, вот. В общем, написано очень хорошо. Прямо для всего. Для всего. Посмотрим. Так, я сейчас вот яйца переберу. На обед я сделала спагетти с тушенкой. Вот. И что, время обеда, пообедаем. А там не знаю, что. Посмотрим. Поставила креветки варить в кипящую воду. Я вот их закинула здесь. Перчик горошком, королевские креветочки, укропчик, лаврушечка, посолила, все, вишки. Сейчас прикрою, закипят, и я достану. Здесь я варю курочку, но это с дедушкой, не знаю, что-то надо приготовить, нам тоже кушать. Порезала курицу на салат, обжарю. Она у меня, ну, как бы замаринованная.
Вот. Значит, это я все готовлю ему с собой. Салат порежу, но заправлять не буду. Ой, у нас так холодно, девчонки, вообще. Вот прямо натурально осень, мне кажется, снег выпадет. Очень холодно. Так, я поставила курочку жарить на салатик, который буду делать с фасолью. Так, креветочки я достала. Ну, они минутку, наверное, кипели, и все. Там уберу все. Слегка, совсем слегка я ее быстренько обжарю. Цыпленка табака я уже подготовила. Расколотила. Соль, перчик. Так, надо соус еще не делать к нему. Сейчас мясо обжарю. Сухарики у меня пойдут в духовку. Сразу несколько дел у меня. Это у меня духовка уже греется. Это у меня все пойдет на салат с фасолью. Курица, фасоль. Сухарики, конечно, по желанию, они у меня захотели. Ой. А что, ну вот как не помочь, девчонки, внуку? Конечно, помочь надо. Девочка неплохая. Хорошая девочка Карина. Так вот, порежу меленько. Из тостового хлеба очень вкусные сухарики. Что-то нож не режет. Надо поточить. Мне еще надо на даче прибрать. Поэтому на дачу все повезем. Вот такими курочками я. Так, курица у меня там. Сухарики готовы. Вкусные. Я их немножко присолила. Пусть остывают. Так, значит, салат будем собирать. Курица. Вот она у меня. Остыла? Остыла. Красная фасоль. Стекла. Фасоль. Сейчас помоем все. Так, огурчики. Огурчики, говорю, яйца сейчас порежу через сеточку. Свежие огурчики. И будет майонез. Яйца сейчас порежу. И все. Майонезом сами заправят, чтоб не это самое. Яйца сейчас через сеточку порежу. Сухарики остынут, сложу в контейнер. Так, а я, девчонки, еще блины буду заводить. Молоко вылила. Здесь мой цыпленочек. У меня цыпленочек. Я его вчера посолила, поперчила. Вот так будем ложить. Так, сейчас в сковородку наливаю растительное масло, кусочек сливочного. Сейчас разогреется. Так. Разогреется. И мы выложим нашего цыпленка. Прижмем тарелкой, поставим чайник. Ой, когда, не знаю, найду время посудой заняться. Некогда, вообще некогда. Я так устала, девчонки. Я так устала уже. Так, ждем. Видите, зашипело. Так. И ложим вот так вот. О, в самый раз. Так. Сейчас я закрываю тарелкой. Ну и, конечно, поставлю чайник. Все. Будем жарить.
Ну, минут через 10, наверное, я переверну до румяной корочки. Пусть наш цыпленочек жарится. Так, пока цыпленок жарится, я заведу блины. Соль с песком я положила. Так, мне надо сейчас я сюда добавлю 2 яйца. Вы знаете, разбито было только 2 яйца вчера. Одно вылилось, а второе было треснуто. 2 яйца. Сейчас размешаем. Я вчера молоко купила в коробке 3,2. Такое молоко жирное, хорошее. Масло. Ну, сколько? Ну, ложки 3. Соду я не ложу на блины. Сейчас муки будем добавлять. Цыпленок наш жарится. Сделаю с творогом. Ох, у меня любители творога. Любители творога. Сейчас цыпленок и жарится, мне все равно его туда везти. Там они потом затопят печку. Хотя я им ее затоплю. Но у нас, видите, печка-то железная. Она долго как бы это... Ну, не зима, так на ночь-то подтопят. Вот, сейчас наделаем блинчиков. Салат я порезала. В общем, в принципе, я Мише сделала все. Букетик-то он у меня там стоит в комнате. У меня спят еще. У меня же раннее утро. Мы еще на дачу сейчас поедем. Так что еще на даче с вами встретимся. Так, девчонки, я еще сделаю соус цыпленка табака. Сливочное масло вот такое у нас вкусное, нефинское. Я растоплю его в микроволновке. Добавлю перчик черный молотый. Карина острая не любит. Вы знаете, у них с Мишей совсем разные вкусы. Представляете? Помидоры она тоже не ест. Я думаю, хватит. Цыпленок небольшой. Нет, я еще для блинчиков сразу отолью. И чесночок добавлю сухой. В этот, для цыпленка табака. Творог обезжиренный вчера покупала. Сейчас цыпленка и жарю, буду блины жарить. Песок сейчас сметану положу. Вчера сметану покупила. Сметанка еще не открывала. Ага. Ой, такой аромат идет от курочки-то от нашей. Потому что масло сливочное. Он шипит, шипит. Шипит, шипит, шипит. Я время засекла. Все шипит, все шумит. Микроволновка работает. Так, раз, два, три. У меня тут творога 400 грамм. Так что это немного песочку. И сейчас сметаны положим. Много не буду сметаны ложить, потому что песок дает жидкость. Так, пока 2. А там посмотрим. Так. Девочки, огонь у меня сильный. Так,
все осторожненько. Осторожненько, осторожненько. Так, сейчас мы откроем. Все тихонечко делаем. Так, и брызгаемся. Так, так, так. Сейчас еще как-то будет перевернуть. Я вижу, что там прожарилось. Так. Как-то бы, девочки, перевернуть, не знаю. Попробуем. Попробуем вот так. Какая красота. Снова закрываем. Ай, ай, ай. Выдавливаем. И засекаем. Времечко. Я сейчас, наверное, чуть-чуть огонечек убавлю и время добавлю. Вот, достала. И здесь масло сливочное, перчик черный, чесночок сухой. Сейчас я это все обмажу. Ой, какая вкусняшка. Вот и все. С той стороны я уже мазала. Вот такой цыпленок табака, девочки. Вот такой у нас будет стол у него. Салат, цыпленок табака. А, тортик сейчас покажу. Какой он купил. Сливки взбитые будут. Ой. Как он хотел. Торт Прага. Вот. Сливки взбитые, бутерброды. Я думаю, очень даже хорошо. Что-то, я не знаю, он там возьмет газировку какую-то. Цветы, букет в комнате стоит, не пойду пока. Шоколадку он ей купил. Вот такая вот у нас любовь. Ну, а я начну печь блины. И мы, наверное, с вами встретимся на даче. Вот я и на даче. Дедушка у меня за грибами пошел. Я затопила печку. Сейчас буду прибираться в домике. Девочки, я не помню, показывала, нет, я вам. Вот такое вот у меня окно поставлено. Правда, в комнате оно еще не обделано. В общем, я вам сниму. Посмотрите, какая у меня красавица. Вот она, красота еще какая. Ой, вообще, рудбекия. Так, картошку выкопали. Вот надо бы тыкву убирать. Пошла огурцы сниму. Ну, вот так, девчонки, я немножко прибрала. Вот. Потому что окно здесь еще не сделано. Все. Я пока постелила старый плед на пол, чтобы потеплее было. Как-то так. Здесь уже обшили, не помню, показывала, нет. Сетка от окна. Все замечательно. Здесь тоже будут обшиваться, а здесь будут белиться. Я еще хочу потом купить обогреватель настенный. Все. Тут у нас лампочка не горела, но дедушка у меня уберет это. Что-то мигало. И кое-кто тут полазил. Конечно же, не Саша у меня. Он бы так не оставил. Жарище. Жарище. Здесь мало ли понадобится. Там постельное все. Чистенькое. Все чистенькое. Вот такой я букетик собрала молодым. Красиво, правда, девчонки? А это поставила ему, скажу, он креветки посюда выложит. Вот.
Я перемыла всю посуду. Пыль вытерла, полы тут так подтерла. Все хорошо. Дедушка маленько грибов принес. Ой, так Васька вообще. Васенька. Вот здесь тоже пусть в кастрюльке собьет. Вот. Здесь сухарики. Вот с этой грядки убрала. Тут уже все листва. И одно с другой грядки. И вот здесь, видите, что? Я заморозков боюсь. Там столько тыковок. Смотрите, девчонки. Сейчас покажу. Ну, листва здесь вообще прекрасно. Здесь два куста у меня. Вот одну я сняла. Вон, смотрите. Вон там, смотрите. Вон, видите? Так, вот. Сейчас покажу. Ой, вон там, видите? Ой, где-то еще я видела. А, там. Там. А, вон, вон. Вон. Вон, вон. Там у забора. Ой. Сейчас самые большие уберу. Ну и все. На этом буду я прощаться. А то видео очень, наверное, большое. Всем пока, пока, мои хорошие.